Дорогие друзья, всем привет, всем хорошего дня. Сегодня у нас суббота, 22 октября, и у меня небольшой перерывчик между моими посадками, да. Я еще не все посадила. У меня еще кое-что осталось непосаженным, кое-что ждет посадки, но только не сейчас. Сейчас у нас замечательное мероприятие. И для этого мероприятия нам необходима морковка. Друзья, у моей самой младшей племянницы Аленки, моей крестницы, вчера исполнилось 5 лет. И я решила ей подарить знакомство с лошадками, занятия с инструктором. Ну, я думаю, что, наверное, скорее всего, на пони. Сейчас я еду забрать Аленку, и мы поедем с ней в конный клуб. Куда мы приехали с тобой? Мы приехали для лошадки. Будем кататься. А вон, посмотри, журавли летят. Ален, видишь? Да, как классно. Обалдеть вообще. Да. Я думала, чтобы подарить Аленке, чтобы ей запомнилось. И решила подарить ей занятие на лошадке. Ну и заодно первое знакомство. Я думаю, что здесь ей расскажут о том, что любят лошади, как за ними ухаживают, какой у них рацион питания. Думаю, что ребенку в 5 лет это будет интересно и полезно. Во всяком случае, я на это надеюсь. Ну вот мы зашли, подобрали шлем, и сейчас мы идем к инструктору. Давай. Привет, как тебя зовут? Алена. Алена? Да. Каталась на лошадке какой-нибудь? Нет? Сейчас я попробую. Давай. Тем, как выбрать такой подарок-сюрприз для Аленки, я прочитала много информации на тему занятий конным спортом. Но данный вопрос не является целью нашего сегодняшнего визита в конный клуб. Мне хотелось посмотреть на реакцию Алены, насколько будет интересной для нее возможность пообщаться с животным. Будет ли у нее страх перед катанием? Ведь что пони, что лошадь – это живое существо со своим характером, которое чувствует эмоции человека, и уж тем более ребенка. И подарок-сюрприз мог оказаться подарком-мучением для Алены. Поэтому я взяла подарочный сертификат на 30-минутное занятие с инструктором. Но, к моему огромному удивлению, Аленка ничуть не испугалась, а наоборот, обрадовалась возможности покататься на лошадке. Сегодня день достаточно прохладный, мы взяли с собой перчаточки на руки, но Аленка отказалась от перчаток. Сняла их и занимается без перчаток. Надеюсь, она не замерзнет. О, как шею чешет. Чешется шея у лошадки. Пробное занятие с инструктором, который полностью контролирует животное, дает возможность ребенку осознать, как работает лошадка. Упражнения, которые дает инструктор, развивает баланс и дает возможность ребенку осознать, как работает его тело в тандеме с лошадью. Небольшие такие легкие упражнения для новичков с инструктором. Упражнение на растяжку сначала на шагу, после на рысе, дает понять ребенку, как нужно ехать и держать равновесие. Все это дает возможность малышу осознать то, что он делает, развивает способность контролировать себя, тем самым учит, как удержаться в седле. Ну, друзья, перед тем, как выбрать и приобрести подарочный сертификат на пробное занятие верховой ездой, нужно учесть ряд противопоказаний, которых, кстати, немало. Ведь во время даже обычной конной прогулки увеличивается артериальное давление и учащается сердцебиение. И если у ребенка, да впрочем и у взрослого, имеются сердечно-сосудистые заболевания, то лучше воздержаться от верховой прогулки. Также катание на лошадке сопровождается определенной тряской, что может плохо сказаться при болезни почек и заболевании малого таза.
немножко увеличивается скорость. А если у ребенка имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом или были искривлены ножки, и вы долгое время ходили к ортопеду, чтобы справить данную проблему, то от занятий конным спортом для вашего малыша лучше отказаться. Алена, ручки не замерзли? А если вы сомневаетесь, то однозначно проконсультируйтесь сначала с врачом. У Аленки, слава богу, подобных проблем нет. И страха перед лошадкой тоже. Да, в одном манеже большие лошадки и маленькие. Инструктор постоянно напоминает Аленке, чтобы она спинку ровно держала. А вот боится ли она высоты, я не знаю. Но пони – это небольшая лошадка, поэтому сегодня мы здесь. Улыбается, значит, ей нравится. Ведь общение ребенка с таким животным, как лошадь, делает его более спокойным, снимает напряжение, помогает избавиться от перенесенного стресса. Общаясь с лошадью, ребенок становится более открытым, добрым, спокойным и послушным. Тем самым малыш становится более ответственным и самостоятельным. Во время верховой езды укрепляется мышечный корсет вашего малыша, ведь включаются в работу мышцы спины, пресса, икроножные мышцы и мышцы бедра, а соответственно укрепляется физическое здоровье и иммунитет. Манеж потихоньку освобождается. Молодец. Вот, проходи. Можешь мой теперь покормить. Мне кусочек морковки. Аккуратно вот так, чтобы он укусил. Маш, а Фросе можно дать морковку? Иди, иди покорми, ты же хотела белую покормить. Только я боюсь. Иди, он тебе... Как тебя зовут? Алена. Покажи, Алена, дай Алене ножку. Как ты ножку даешь? Показывай. Давай ножку. Алена, ой, попроси. Ой, молодец какая. А дай Алене другую ножку покажи. Ой, какая молодец. Давай вместе. Губой тебя потрогает, а что она видит? Она не укусит? Она, видишь, губой трогает, потому что она не видит, что там, что ты ей даешь. Она так аккуратненько трогает. Давай мне этот пакет. Делай тарелочку из ладошек. Сделай и держи. Пальчики. Вот. Ну, видишь, тихонечко тебя потрогала и все. 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 Сегодня... Скажи пока-пока. Пока, Фрося. Ага, давай с тобой вот. Держи вот тут. Ручкой прямо хвати. Давай вместе. Он сейчас откусит, не бойся. Опа. А вот этот уже на ладошке. Вот, молодец. Кушает. Ну что, пойдем, Ален? Давай ему насыпем. Ну, мы оставим просто-напросто инструктора. Она потом ему попозже еще даст, угостит его, хорошо? Давай отдавать инструктору. Давай отдавать инструктору. Потом попозже угостите. Да, на обед ему будет. Ален, ну расскажи, что у тебя сегодня было? Я сегодня быстро каталась и медленно. Быстро и медленно. А что тебе еще? Какие упражнения нужно было делать? Вот так. Сидя на лошадке, да? Наконец-то я научилась кататься сидя на лошадке. Какая малюсенькая, смотри, Лена. Да. О, как нас загородили. Да. Иди, Алена, садись. Сама справишься, только сильно широко дверь не открывай. Я не умею застегивать. Я сейчас помогу тебе. Обязательно нужно пользоваться детскими креслами, когда ребенок с вами в автомобиле. Ну что, Аленка, как тебе? Хорошо все было. Сюрприз. Хороший. Хороший? Да. А у меня даже пупит есть.
что есть? Ты в телефоне, ты лучше расскажи мне, какие дела, какие новости у тебя. Хочешь, покажу? Знаешь, что я снимала своей подушкой Олесей? Нет. Сейчас покажу снимку. Ну вот, прогулка у нас удалась. Аленка счастливая, довольная. Масса новых впечатлений у нее. Ну, а я мчусь домой. Мне нужно еще сажать цветы. Меня сегодня ждут посадки две розочки и одна гортензия. Нужно успеть быстро все сделать, потому что потом будут шашлыки. Подписывайтесь на мой канал. Всем мира и добра. До новых встреч. Пока-пока.